Мы рады приветствовать вас на канале Геоцентр. На индийский северный штат Уттар-Прадеш пришло аномальное для этого региона похолодание. Температура воздуха в начале января здесь упала до +2, +7 градусов по Цельсию. В штате с населением почти 2 миллиона человек, где нет центрального отопления, это серьезный холод. С 5 января от холода пострадали 143 жителя и 700 бездомных животных. В связи с похолоданием для школьников были продлены зимние каникулы. Для жителей Уттар-Прадеша сейчас особенно остро стоит вопрос выживания. Спасатели на улицах раздают теплые одеяла и одежду. Предлагают заночевать в специально открытых ночлежках. Лишь действуя сообща, в искренней заботе о ближнем, люди могут пережить катаклизмы. Главное – в любой ситуации – оставаться человеком, жить по совести, пребывая на духовной волне. Как говорится в книге Анастасии Новых «АллатРа», человечеству необходимо объединиться. Только сплотив свои усилия, люди смогут построить принципиально новое мировое общество, где будет царствовать истина. Дорогие зрители, если вы хотите иметь свежую и объективную информацию, касающиеся изменений климата на планете, разрешите Ютубу отправлять вам уведомления о новых видео, нажав на колокольчик. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии и будьте в курсе новостных климатических событий в мире.